Всем привет! Сегодня готовлю вкусное, нежное, румяное творожное печенье. В муке на крупной терке трем холодное сливочное масло. Перетираем муку с маслом в крошку. Добавляем сахар. Перемешиваем. Добавляем творог. Перемешиваем и собираем тесто в единую массу. Делим тесто на 4 части. Каждую часть теста раскатываем в прямоугольник. Сворачиваем в рулет. Рулет разрезаем на порционные кусочки. Затем каждый кусочек немного прижимаем. Формируем круглую печеньку. Выкладываем печенье на противень с бумагой для выпечки. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Печенье готово. Подаем к столу. Печенье получается очень нежное, румяное, ароматное, а главное очень вкусное. Попробуйте приготовить. Рецепт будет в описании под видео. Приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!